Так, ну что, у нас сегодня первый день нашего летнего трайаута, 11-12 число. У нас приехала вообще супер талантливая молодая группа 12-13 года. Давайте познакомимся с одним из ребят. Давай громко, чтобы тебя было слышно. Как зовут, имя, фамилия? Виталик. Марченко Виталий. Марченко Виталий, давай, рассказывай. Какого ты года, в какой сейчас команде играешь? Я 2012 года играю в вашей сеньор команде. Угу. Отлично. Рассказывай, что сегодня происходило? У нас первый день. Что вы сегодня делали? Мы играли в футбол. Мы прыгали в длину, бегали зигзагом. Ребята сдавали тесты для того, чтобы мы узнали их физическое состояние. Дистанционная, стартовая скорость, да, сила ног, маневренность без мяча, маневренность с мячом. И, соответственно, сегодня уже скаут, ты, наверное, не знаешь, да, к родителям, кто подходил? Скаут Локомотива сразу подошел к молодому человеку. И, в принципе, мы там на бровке разговаривали с разными ребятами, скаутами. Произвел хорошее впечатление. Завтра второй день. Чего ждешь от второго дня? Что, в Локомотив пойдешь, если позовут? Нет. Нет, все правильно. Вот такие вот у нас юные молодые футболисты. Ну, я надеюсь, будешь прогрессировать, тренироваться. Давай, Питак. Вот такие мальчишки талантливые у нас растут.